Рад вас видеть, хотя, честно говоря, я вообще никого не вижу. Так, сейчас, куда я встану. Так, светит сильно. Как вы тут выступали вообще? Всем привет. Так, рад вас видеть. Кого-то вижу, кто за столами, кого-то нет. Но знаете то, что хотелось бы видеть всех. У меня сегодня будет очень интересная тема, тема посвященная лидерству. И так получилось то, что в целом в наш бизнес приходят абсолютно разные люди с разными компетенциями, с разным опытом, с разным бэкграундом. Кто-то сюда приходит в 18 лет, кто-то приходит в 20 лет, кто-то в 25, кто-то в 30, кто-то чуть-чуть за 30. В общем, очень большое количество абсолютно разных людей приходит в наш бизнес. Кто-то приходит в позиции такого, знаете, в позиции нуля. То есть это еще и ничего не сделал, но еще не сильно в минусе. Кто-то приходит с глубоким минусом. Например, как я в свое время пришел в нашу компанию, у меня тогда не было ни компетенций, ни навыков, ни знаний, ни денег. Кто-то приходит уже состоявшимся, состоявшимся предпринимателем. То есть кто-то приходит уже с огромным опытом жизненным, пройдя путь либо в бизнесе, либо пройдя путь в карьере. И мы все видим этих людей. Мы все видим этих людей. И самое главное, на что хочу обратить ваше внимание. Вы, наверное, сейчас тоже поймете, о чем я хочу сказать. То, что кто-то в наш бизнес приходит и получает результаты фактически молниеносно, то есть, как вы знаете, по щелчку пальца. Оп, полгода прошло и председатель совета директоров. Полгода прошло и генеральный председатель совета директоров. Полгода проработал и уже 100 тысяч долларов чек. Год прошел, премьер. Знаете таких людей? А кто-то приходит в наш бизнес работает годами идет 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 и вот что-то не получается и вот ключевая между ключевая особенность между теми людьми у которых очень сильно получается в нашем бизнесе делать крутые результаты это наверное все таки то что они уже имеют лидерские качества лидерские черты и они уже являются состоявшимися лидерами но к сожалению не все в наш бизнес приходят лидерами вообще в целом лидеров если вот так вот взять, от общего количества людей где-то 3-5%. То есть 3-5% людей являются лидерами. То есть если мы возьмем 100 человек в зале, и 100 человек будет 3-5 лидеров. Вы понимаете это? Так уж исторически сложилось. И смотрите, в чем фишка. Люди испытывают подсознательное влечение к тем, кто демонстрирует лидерские способности. Это то, о чем я вчера говорил. Когда я пришел в компанию, не было ни продукта, не было непонимания, сработает это или не сработает. Была просто вера в людей, которые начали этим заниматься. Пришел Вячеслав, сказал то, что ребята, мы будем делать серьезный бизнес, будем делать большую масштабную историю. И просто на вере в его слова многие ребята начали развиваться здесь как партнеры, как партнеры компании. И только через какой-то период времени... Под всеми этими словами появились подтверждения. То есть не в виде слов, а в виде конкретных результатов, в виде продукта, в виде клиентов, в виде кейсов и так далее. Окей, поехали дальше. Люди, ключевая мысль здесь то, что люди тянутся не в бизнес, а люди тянутся к вам. И обратите внимание, сегодня кто-то может прийти в компанию или завтра придет в компанию и послезавтра уже станет директором. А кто-то может полгода работать, год работать, два года работать. И даже не сделать первого подключения. Вы знаете таких людей? И давайте разберемся, как все это устроено. Поехали. Вот. И еще одна ключевая мысль то, что если вы хотите состояться как лидер компании, вы должны научиться передавать эти лидерские качества своим партнерам. Смотрите, что касаемо людей. У нас вообще в общем в обществе есть три категории людей. Сейчас мы с вами каждую разберем. Первая. Первая категория, так скажем, это бета. Это последователи. Это вот как я получается. В самом начале я, получается, пришел на Вячеслава, пришел на его посыл, пришел, получается, за ним как за лидером. Потому что он проявлял вот эти лидерские черты, лидерские навыки, он от него прям пахло уверенностью. Вот он так уверенно говорил, что уже все, как будто все получилось. Вот. И последователей по факту в жизни ну процентов 80-90 да то есть если мы берем ну, вот эту статистику то что многие люди они идут за лидером то есть если мы сегодня возьмем группу людей 10 человек незнакомых вот даже вот взять просто выборочно людей из зала 10 человек посадить их за один столик объединить их в одну группу в течение 20-30 минут в этой группе которая до этого не была ну знакома по факту появится лидер и вся группа уже будет получается э, как сказать взаимодействовать с ним, да, то есть будет получается идти за ним. Понимаете, о чем я говорю? Мы проводили с вами большое количество мероприятий, большое количество школ, и даже на школах мы это видели, даже на лидерских школах мы видели, когда мы объединялись в группы, большое количество лидеров, но вся ответственность легла тогда в последний раз на Валерия Альшанского, да? когда мы проводили мероприятие. Вот. Бета-последователи, то есть это те люди, которые ничего не знают, то есть они, возможно, не уверены в себе, вот как я пришел, то есть я был не уверен в себе, я, получается, не обладал какими-то компетенциями, я не обладал какими-то навыками, я многие вещи не понимал. Я постоянно перекладывал ответственность. Нет результата, кто виноват? Куратор. Нет результата, кто виноват? Компания. Нет результата, кто виноват? Кейсов нет. Как-то раз мы с Вячеславом сидели, у нас было обучение. Вячеслав задает вопрос. Ребят, вот чего вам не хватает для того, чтобы преуспеть в нашем бизнесе? Я на него так посмотрел, говорю, Слав, кейсов не хватает. Кейсов. Вот были бы кейсы, блин, продажи бы пошли 100%. Знаете таких партнеров? Вячеслав говорит, что тебе мешает сделать кейсы? Это же твой бизнес. Почему тебе не сделать свои кейсы? И тогда я понял, что, ого, оказывается, можно сделать свои кейсы, и не надо никого ждать. Да. И на начальном этапе я пришел, на начальном этапе у меня многие вещи не получались, на начальном этапе я перекладывал ответственность, и, честно говоря, я даже не сразу принял решение прям состояться в бизнесе. То есть я пришел с точки зрения попробовать, вот классные ребята, классная идея, воодушевился, пошел. Но серьезного такого решения, то, что это именно мой бизнес то, что это именно моя компания, то, что это история, в которой я буду расти и процветать, еще не было. То есть я был, знаете, такой сезонный партнер. То есть я вроде и работал, вроде и не работал, вроде и делал действия, а вроде и не делал действия, вроде в офисе появлялся, а вроде и не появлялся. Знаете, таких ребят, которые сегодня тут, завтра там, сегодня хочу работать, завтра не хочу. То есть это такие, получается, бета, бета последовательно У них всегда кто-то виноват. И через какой-то период времени я принял все-таки решение, то что буду строить бизнес, то что я буду строить команду. И это принятое решение было через, знаете, через боль. Через боль. То есть вы видели, наверное, на экране, то, что я работал чернорабочим. И как раз таки чернорабочим я работал не до бизнеса, а во время бизнеса. Когда я проводил встречи по вечерам, а днем я работал лопатой. И настройки я проработал на протяжении трех месяцев. Работал потому что не было денег от слова совсем. Необходимы были деньги на какие-то движения. И я вот помню то состояние, когда я просто приезжаю в этот коллектив беру лопату в руки, начинаю месить цемент, начинаю делать опалубку, начинаю вязать арматуру. Вот, весь, э, весь, в цементе, весь в земле, грязный, голодный, холодный. И вот я каждый раз, когда махал лопатой, думал, блин, а чего я встреч больше не проводил? В теплом офисе. Мог в теплом офисе сидеть, встречи проводить. Чего вот я ленился тогда? И у меня на протяжении трех месяцев, пока я работал, зрело вот это решение, то, что я, я настолько возненавидел эту работу, я просто себе поклялся торжественно, что в работ, на работу по найму я вообще в жизни никогда не вернусь. И у меня вот три месяца зрело это решение. Я буду делать неограниченное количество звонков, я буду проводить массу встреч, я буду получать отказ за отказом, но вот в эту грязь я не вернусь. Вот после этого? После этого? После этого я начал уже действовать чуть-чуть ну, иначе. И вот есть следующая категория: это потенциальные альфа, это потенциальные лидеры. Это когда уже вот решение принято, да, то есть это когда ты принимаешь решение, то, что ты в этом бизнесе состоишься, то, что твоя жизнь не будет никогда прежней, и ты начинаешь работать. Ты начинаешь посещать мероприятия, ты начинаешь проводить большое количество встреч, ты начинаешь подключать клиентов, ты начинаешь подключать партнеров, ты каждый день занимаешься тем, что развиваешь себя. И в конце дня ты задаешь себе вопрос: а то, что я сегодня делаю, приближает ли меня к этому, ну, к моим целям и к мечтам? Вместо того, чтобы посидеть, поиграть в компьютер, ты уже смотришь тренинг. Вместо того, чтобы встретиться с друзьями, попить пивасика, ты э, едешь э, на школу М3, например, да? или на выездное мероприятие. Вместо того, чтобы пожарить шашлыки, ты приезжаешь на форум. То есть у тебя смещаются приоритеты. Это то, о чем сегодня тоже ребята говорили. Вот. Ты встаешь на сцену, ты начинаешь проводить презентации, ты начинаешь обучать своих партнеров, ты ведешь переговоры в разных городах, в разных странах. И ты, получается становишься вот таким потенциальным альфа, но в любом случае ты работаешь в связке с куратором. То есть у потенциального альфа и у беты должен быть лидер, наставник, который будет, получается, который будет, который будет являться проводником. Понимаете, о чем я говорю? Здесь идет полное взаимодействие со своим куратором или даже с цепочкой кураторов, потому что ну, Потому что тяжело будет перейти из одной категории в другую, не имея вот этого проводника. Поаплодируйте, если вы понимаете, о чем я говорю. Все, супер, синхронизировались. Окей, и следующая группа людей это альфа. Альфа-лидеры ⁇ это те люди, которые приходят, легко побеждают, легко создают результаты, на легке, на расслабоне, на чиле, как говорится, еще и на ментале. То есть они вроде не напрягаются, делают одни и те же действия, показывают одну и ту же презентацию продукта, показывают один и тот же маркетинг-план, проводят одну и ту же презентацию, но у них результаты в разы выше. Да? Мы же сами вот все каждый день что делаем? Идем в рынок, презентуем сервис UDS, отвечаем на вопросы. Презентуем сервис UDS, отвечаем на вопрос. У кого-то сделки идут, а кто-то месяцами собирает отказы. И вот у альфа, лидера, Отказов меньше, потому что есть вот определенное внутреннее состояние, определенный набор внутренних инструментов, которые он использует, благодаря которому люди идут за ним. Он излучает уверенность, и люди хотят следовать за ним. Окей, поехали дальше. И то, в какой группе вы находитесь, отражает ваше внутреннее суждение о самом себе. Я очень долго находился в разряде бета, потому что, я, ну, потому что во-первых, меня не учили быть лидером. Во-вторых, с самого детства над моей самооценкой работала команда профессионалов, и мне с самого детства говорили, то, что я, я никем не стану, я там буду наркоманом, я там буду алкоголиком, я двоечник. То есть, да. С самого детства команда профессионалов работала над тем, чтобы у меня от моей самооценки ничего не осталось. Вот. И, соответственно, я когда пришел в бизнес, было, получается, Тяжеловато выровнять эту ситуацию. Но хочу подчеркнуть то, что то, в какой группе вы находитесь, отражает ваше внутреннее осуждение о самом себе. Вот то, как вы себя ощущаете, так оно и есть. И к чему я говорил, мысль какая была, то, что я на начальном этапе пришел, и я типа был долго в бета. Вот, ну, в группе бета, потому что я думал, что я молодой, я неопытный, вот мне надо чуть пострадать, чуть-чуть помучиться, вот мне надо там еще опыта под, под, ну, поднабраться, да, то есть для того, чтобы получать результаты. Я еще не заслужил. Вот вся эта история крутилась в моей голове. А потом, знаете, в какой-то прекрасный день мы сидели с Натальей Сорокиной в офисе в Екатеринбурге. И она что-то мне такое сказала. Я сейчас не буду говорить, потому что это было чуть по-французски. У меня вот так вот в голове щелкнуло. Я такой думаю: а что нет-то? А что не стать лидером? А что нет? А почему нет? А почему я недостоин? Почему Цукерберг там 28 лет миллиардер, а я что, хуже, что ли? Я тоже хочу до 30 лет стать миллионером. И это вот именно внутреннее осуждение о самом себе. Да. Ключевая мысль. Только вы решаете, в какой группе принадлежать, только вы решаете, в какой группе находиться. Сейчас я перечислю личные качества лидера, которые есть. В целом, ну то есть такая, знаете, средняя температура по палате, большинство лидеров имеют и обладают эти качества. И вам необходимо эти качества в себе прокачивать для того, чтобы как раз-таки стать альфа-лидером, за которым будут идти сотни, тысячи или даже десятки или даже сотни тысяч партнеров. Поехали. Качество. Такие лидеры излучают уверенность и не теряют ее даже, когда их критикуют. То есть вы идете в рынок, вам говорят, что у вас ничего не получится, а вы говорите, да сейчас получится. Я э, помню, как нам говорили, то, что мы не проживем ни года, мы не проживем двух лет, то, что наш продукт никому не нужен, то, что его скачивать никто не будет. Какие мобильные приложения, какие дисконтные карты, да приложение сырое, да приложение косое, да у вас вообще ничего не выйдет. Я говорю, ребята, goodbye, arrivederci. До тех пор, пока я в этом бизнесе, компания обречена на успех. Все, ну максимальная позиция. Поехали дальше. Они точно знают, чего хотят, и сосредотачивают свои силы на достижение цели. То есть у них есть видение, и они, получается, следуют своей личной стратегии. У каждого из вас должна быть своя личная стратегия, чего вы хотите достичь в этом бизнесе, каких высот хотите получить. У них настолько незыблемые принципы, что окружающие люди погружаются в их реальность, и все, что они делают, подчинено правилам, диктуемым этими, этой реальностью. Она определяет, что можно делать, а что нельзя. То есть, вот у меня, например, принцип такой, то что я стараюсь, ну не то, что стараюсь, то есть для меня наша внутренняя корпоративная этика она превыше всего. То есть я не могу себе позволить, например, ну вот в качестве примера, то есть я не могу себе позволить взять и переподписать чего-то партнера. Или не могу себе позволить взять и переподписать чего-то клиента. На меня очень большое количество кандидатов выходит, особенно вчера вы меня вот все отмечали в сторисах: там Дмитрий Соловичук, Дмитрий Соловечук, у меня там Инстаграм разорвался. И мне очень большое количество людей написали: Дима, расскажи про бизнес, хочу к тебе в команду. Я у каждого всегда интересуюсь, дружище, а ты от кого узнала UDS? Мне там пишут от Насти. Я говорю, замечательно, Настя классная девчонка, тебе необходимо с ней пообщаться. Вот. И я отправляю ее на Настю. То есть для меня это, например, ну очень важный момент, чтобы партнерское сообщество, чтобы каждый партнер чувствовал себя безопасно, чтобы у нас не было такого, что кто-то кого-то куда-то перетягивает, та команда хорошая или та команда плохая и так далее. Понимаете, о чем я? Вот это очень важно. Конечно, есть ребята, которые со сцены могут транслировать то же самое, но не делать этого. То есть здесь важно не только транслировать, а и делать, есть, чтобы мы все работали сообща. Они честны сами собой и не, мирятся, и не мирятся с неуважением к своей персоне. То есть, вот те люди, которые мне говорили, то, что там, я занимаюсь чем-то не тем, то, что UDS какой-то не такой, то что партнерский бизнес какой-то не такой, я им делал всегда пару предупреждений. И если мои знакомые, так скажем, на этом не останавливались, я просто разрывал так скажем, ну, общение с, с этими людьми. Потому что я не хочу, чтобы меня окружали те люди, которые не уважают мое дело. Мое дело для меня ⁇ это моя жизнь, это люди, это сообщество. И мне не, крайне неприятно общаться с теми, кто... Разделяют ну, чужие, другие ценности, то есть ценности у всех разные, но вот, отстаивая такую точку зрения, они передают другим людям большое количество ценностей. То есть они сами очень многому обучаются, они сами ежедневно работают над собой. У них, вот, у них получается, знаете что, система, система саморазвития – это как стиль жизни. То есть каждый день что-то новое, каждый день что-то новое изучаем, каждый день что-то новое внедряем. Идем вперед, ведем за собой команду. Они искренне любят себя. Это сегодня тоже уже звучало с этой сцены. Вот, без любви к себе ничего не будет. Возможно, вы сегодня не зарабатываете большого количества денег только потому, что вы где-то внутри себя не любите. Любите себя. Это очень важно и очень, и очень необходимо для достижения успеха. Они всегда излучают позитив и оптимизм. То есть вы видели хотя бы Раз какого-то лидера, который выходил на сцену и говорил, эх, ребят, что-то ничего не получается. Видели таких? Я вот 8 лет в бизнесе ни разу такого не видел. То есть всегда энергия, всегда позитив, всегда оптимизм. Оптимизм у нас еще есть такая история, то, что позитив, ну, то есть позитив вниз, а если есть какой-то конструктивный негатив, это мы идем и с кураторами решаем. То есть всегда позитивный, позитивный настрой, позитивное состояние. Они уважают себя, заботятся о своем теле, одеваются со вкусом и ведут здоровый образ жизни. Это все тоже про любовь к себе. Вот. И самое главное, на мой взгляд, я уже буду заканчивать, это внутреннее состояние. Это вот когда вот у вас щелкает вот так вот внутри, то что да, я готов, я способен, я могу, и я, э, я заслуживаю этого. То есть даже не то, что заслуживаю, я по праву рождения это готов получить потому что я просто вот такой есть. Хочу вам рассказать одну историю. Это произошло в 1974 году. Бой Джорджа Формана и Мухаммеда Али. Знаете таких ребят? Да, Форман в тот момент времени являлся действующим чемпионом. Мухаммеда Али отстранили, получается, от соревнований на 5 лет, потому что он по религиозным соображениям не участвовал во Вьетнамской войне, и у него как бы была такая просадка в карьере. И вот э, накануне этого боя, то есть все, вообще все букмекеры, все профессионалы, все любители, все, получается, понимали, что для Формана это будет очень легкий бой, то что Форман победил всех противников, которые, э, которых, которые победили Али в свое время. То есть весь мир знал, что Форман будет фаворитом в этом бою и Форман выиграет. Никто в Мухаммеда Али не верил. Но на протяжении четырех месяцев до боя Мухаммед Али всем говорил на каждом интервью, на, каждом, на каждой конференции, то, что он побьет Формана, то, что он сможет, он чемпион, он самый крутой боец. Форману вообще там э, э, не, <соц2> не жить после поединка со мной. То есть все, там, я чемпион, я смогу, у меня все получится, я номер один. И ну, то есть и в день боя Мухаммед Али 7 раундов подряд просто получал по башке. Его избивал форман, он его избивал, удары тяжелые. Мухаммед Али еле отбивался. Я смотрел этот, этот бой, когда Мухаммеда Али прижимали к рингу, и форман просто выбивал все из него. Но Мухаммед Али все 7 семь, все семь раундов держался. Он держался, он держал удары, он стоял в стойке. И на восьмой раунд на восьмой раунд он провел комбинацию, комбинацию ударов и, получается, положил Формана. В тот момент, когда весь мир в него не верил, то есть когда даже его команда в него не верила, когда не верили, даже тренера, мне кажется, в него тогда не верили, но он просто семь раундов стоял и на восьмой раунд положил Формана. И у нас та же самая история. Мы семь лет с вами пахали как профессионалы. Мы собирали все возражения. Нам говорили то, что мы не сможем нам говорили то что у нас не получится и вот сейчас восьмой год это как восьмой раунд и пришло время показать всему миру кто мы такие пришло показать всему миру то что мы компания номер один многие еще даже не знают о нас многие не верят в это но самое главное то чтобы у нас было вот это внутреннее состояние которое позволит нашу компанию сделать номер один во всем мире